цивильный. В том году был какой-то задрипанный. Стас себе выбрал индивидуальную машину. Представляете, вот это мороженое, три шарика, стоит 250 рублей. Смотрите, какой песочек. Здесь прям как ванна, песочки все. Вероника, смотрите, у нас решила Стасу помочь, дайте до дома. А у Стаса ножки устали, да? Смотрите, какой здесь сделали переход. Такой цивильный. В том году был какой-то задрипанный. Сейчас все хорошо, удобно. Смотрите. Правда, теперь не полюбуешься рекой Акой. А там река перейдем через мост, который на ремонте, и будем гулять вместе с детьми, вместе со Стасом в парке. И вот мы прям выходим к памятнику Ивану Грозному. Вот теперь такой выход здесь, в эту сторону. В том году переход через мост был с той стороны, а теперь с другой стороны, в сторону детского парка. Время уже позднее, время 7 вечера. А мы с девчонками уже были в Glory Jeans. Отоварились. Ну вот и мы, собственной персоной, решили под вечер выйти погулять по городу Орлу, потому что скоро возвращаемся домой в Питер. Погода замечательная, время 7 часов вечера, поэтому всем говорю добрый вечер, хорошего настроения и отлично с нами провести день. Мы идем в детский парк, который я очень-очень люблю. И, может, кстати, сегодня нам повезет, и мы увидим, какое он в ночное время. Насколько нас хватит, посмотрим. Потому что мы все-таки не одни, мы с моей мамой, со Стасом, они могут быстро устать. Поэтому не знаем, до какого времени будем сегодня в этом парке. Традиционно переходим через подвесной мост. Мост достаточно хорошо качается, чувствуется. Вот. Солнышко уже ушло, потому что время уже 7:30 вечера. Здесь тоже рано темнеет, как в Сочи. Ну, в Сочи, конечно, пораньше, в Сочи 8 вечера, а здесь где-то 9:30. Вот. Скоро, я думаю, начну фонарики включать, и мы увидим красоту. Я ни разу еще не была в ночном парке, именно вот в этом ночном парке. Так что гуляем вместе с нами. Такая церковь или такой подвесной мост. Там идет бабушка со Стасом. Хотим покататься на машинках, не знаю, будет там под наш размер или нет. Сейчас мы предложим Марине, Стасу на машинках прокатиться. Марине, не задави никого. Здесь по машинке не будет. Стас себе выбрал индивидуальную машину. Решил с ним стоять. А что вы против течения-то? Наконец-то. Мы уже думали, они не договорятся. Не договорились. Получим. Все отдельно в итоге. Я бы хотела, чтобы они вместе покатались. Они решили на разных машинках. Здесь 200 рублей. 10 минут. Thank you.
Нет, нет, еще 3 минуты, еще можешь круг. Еще 3 минуты, еще кружок можешь. Мы теперь захотели мороженое. Теперь сколько здесь стоит мороженое? В Сочи 5 шариков стоило 100 рублей. Посмотрите, сколько здесь стоит. Смотрите, вот это мороженое, 3 шарика стоит 250 рублей. 3 шарика, 250 рублей. Что вы об этом думаете после Сочи? 5 шариков за 100 рублей. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. 3 шарика 250 рублей в каком-то Орле. И в Анапе, и в Сочи 5 шариков 100 рублей. За все 5 шариков. Так что вот так. Как бы не застряло. Я еще не отметила, что здесь пластмассовые стаканчики несъедобные, а там они вафельные. Там огромный вафельный стаканчик съедобный. И там 100 рублей за все мороженое, а здесь 3 шарика на 250 рублей. Что орел себе возомнил, я не знаю. Ну вот, наконец-то включили ночную подсветку. Я же думала, не дождусь. Время 20:10. Уже в парке так темно, но подсветку только-только включили. Я уже сидела на лавочке, ворчала, что темнота, родители своих детей не найдут в темноте. И только стоило мне поворчать, и сразу включили свет. Моя мама уже говорит, наверное, электричество экономит в связи с ситуацией в стране. Я говорю, господи, мы-то здесь, причем у нас-то все в порядке с электричеством. И вот включили. Смотрите, какой песочек. Здесь прям как ванна, это песочки все. Это я здесь, что ж такое? Да, это здесь все. Когда-то мы здесь гуляли уже давно, несколько лет назад. Очень любили эту площадку. Она прикольная. Такая, знаете, как южная. Больше с песочком. Мне очень нравится. Песочек всегда рулит. Песочек любит большинство, практически все. Песочек не любит только люди со странностями. Классная, конечно, здесь площадка, мне очень нравится. Хотя она уже не новая. Хорошая площадка, очень ее люблю. Вот такой ночной вечерний парк, детский парк. Карусели есть. Хорошая площадка, очень люблю. А Стас, кстати, там на батутах. Наверное, у него минут 15, не знаю, сколько, не спросила. Я девчонки отдельно. Как Стас, как он? Горки пожирать, мы сюда пошли. Здесь ее нет. Посмотреть, как горит подсветка вот на этих деревьях. Смотрите, фонтан подсвечивается. Красиво. Сейчас поближе подойдем.
И вот включились, не знаю, как это арочка назвать, или вот такие колонны. Ну, это и не беседочка, но вот такая красивая штука включилась. Мы сегодня недолго гуляли в парке, наверное, буквально 2 часа. Время уже позднее. Стас и бабушка устали. Поэтому мы будем двигаться по направлению домой. Проходим через подвесной мост. Ох, видишь, в темноте. Мимо церкви. Очень красивая подсветка у церкви. Вот она. Хорошо видно и в темноте. Мы двигаемся домой. Сейчас будем переходить Красный мост, на котором идет ремонт уже несколько лет. Кстати, недавно на этом мосту произошел такой случай. Упал кран. Представляете, кран прям в эту реку Аку. И из-за этого переход на другую сторону сделан теперь с другой стороны. Не знаю, с чем это связано, но вот такой случай произошел. Смотрите, какая красивая подсветка церкви. А, переход сделали с этой стороны, потому что с той стороны стоит вся вот эта техника, кран, да. Чтобы, наверное, если что, в случае чего на людей не упал этот кран. Поэтому теперь, да, переход с этой стороны. Да, и, кстати, цивильный сделан, такой хороший, большой, на века. Надо долго еще будет, наверное, с ним мучиться, с этим ремонтом. Здесь нашли какие-то раскопки вековые. Еще один мост. Поэтому теперь надолго. Москва заинтересовалась раскопками. И все, теперь будут копать. Видите? В том году я снимала старый переход. Там, конечно, они развалины были. Сейчас цивильный. Надолго они мы сделали. Вероника, смотрите, у нас решила Стасу помочь. Дойти до дома. Заботливая. А у Стаса ножки устали, да? Хватит. Хватит, говорит. Наверное, потому что я камеру включила. Ну все, мы идем домой. Думаю, на сегодня будем прощаться. Говорить всем пока-пока. До новых встреч и до нового видео. Мы находимся, кстати, в городе Орле. Кто не понимает, где мы находимся, а то некоторые уже перепутали все наши города, где мы были. Так что вот, пока у нас запись идет из города Орла. Давай, мама кричит направо, налево. Смотрите, тоже красивые всякие подсветки, шарики. Вот там. Давай. Направо.